На Калинина 137 загорелось нежилое здание. Стройка, нежилое здание. В общем, все одно к одному. Возгорание произошло в частном доме. Очевидцы увидели языки пламени, вырывающиеся из-под обшивки дома, и вызвали на место пожарных. Загорелся дом. Из-за чего? Пока что ничего не известно. Ну а откуда пошло, из-за чего все? Ну, увидели, что горит, вызвали наряд, приехали. Сотрудники МЧС 1 и 4 части прибыли на место спустя несколько минут. Провели разведку и выяснили, что в доме никого нет. Приступили к тушению. Как рассказали местные жители, эти два дома уже давно числятся нежилыми. Семьи получили компенсацию и расселились по другим местам. В доме периодически проживали люди без определенного места жительства. Возможно, неосторожное обращение с огнем временных хозяев и стало причиной возгорания. Одноэтажное здание выгорело практически полностью, а с учетом того, что необходимо тщательно пролить, а перед этим разобрать половину строения, можно сказать, что в этом доме больше даже бомжи жить не будут. Судя по тому, насколько быстро идет стройка рядом, этот и соседний дом, скорее всего, в ближайшее время так или иначе снесут.